Нарвская уголовная служба Идельской префектуры полиции просит помощи в поиске 34-летнего Армана Норки. 29 июля мужчина вышел из своего дома в Нарве и не вернулся. Особые приметы – рост 178 см, худощавое телосложение, черные волосы. Был одет в белую футболку, светлые брюки. Все, кто располагает какую-либо информацию относительно местонахождения Армана, полиция просит связаться по телефону 35 76 053, 53 26 70 43 или 110.